Конфетка, подошел, сказал, там, хочу конфетку съесть, а еще лучше делиться с товарищами. Нет,
Во время тренировки нельзя жевать ни жвачки, ничего остального. Будете делать какой-то элемент, или там кто-то еще что-то будет делать, неважно. Резко вдохнули, и вот этой маленькой крошечки достаточно того, чтобы она застряла в горле, и человек начинает задыхаться. До этого доводить ни в коем случае нельзя. Сколько раз мы вам говорили, не жуйте ничего на тренировке. Серафим, это вот тебя касается. Зачем ты ешь целлофан? Ребят, ничего не жуем. У кого-нибудь есть какие-нибудь конфеты, орешки, там еще что-нибудь? Нет, у меня ничего. Ничего нет? Все, спокойно дальше продолжаем. Нормально? Поколотили его, подножку сделали. Нет, я сейчас третий раз. А, это не третий раз? Да. А до этого ты когда был, помнишь? Вроде летом вообще. Ладно, короче, я буду сейчас я найду тебя подписку. Все, я себя запишу. Всех потом. 25 часов. Благодарю, Макс. Благодарю. Я все запишу. Если вдруг что, я тебе сказал, если вдруг что-то непонятно. Даже сейчас. Все, Серафим, как дела? Как дела? Серафим, а ты в школе же учишься? Ты в школе же учишься? А ты в школе, смотри, у тебя на ручке есть колпачок. Ты колпачок на ручку одеваешь, ты загрызешься. Здорово, здорово, всем здорово. Ну ладно. Иван, да все! Когда маты можно будет расстивать?
Сейчас, а то сейчас давай, все без дела. Сейчас я пойду. Пока Александр. Сергей Сергеевич вас запишет. Сейчас, погоди. Парни, пожалуйста, сейчас поднимите руки, кому возраст старше 14 лет. У меня через 3 дня 17. О, молодец. А кому нет? Артем. Что ли, 5 человек? Сейчас, пожалуйста, кому нет 14 лет, 2 человека подойдите тому, кому уже есть 14 лет. Быстренько подошли двое. Двое к одному. Каждый взрослый разойдитесь друг от друга, чтобы они к вам подошли. Двое подошли ко взрослому. Быстрее, любой двое. Любой двое ко взрослому подошли. Хорошо, трое подошли. Трое. По 3 человека подошли ко взрослому. Быстрее. Давай, да, Семен, да, на нормалек, Федюк, подходите. Егор, тоже подходи. Так, у нас здесь 4, да? Да, 4. У нас здесь 4, там сколько? А я отец-одиночка. Вот Юра один, ну к нему подошли быстрее, к улицу Макс. Юра, иди, отойди от Егора отдельно. Юра, от Егора отойди. От Егора отойди, потому что они не видят, что... Вот, подойдите к Егору. Раз, два, три. У Егора сколько у тебя человек? Один. Один, что ли? Да. Семен, к Егору беги. Егор, руку подними. Там двое, трое. Молодцы. Теперь смотрите. Каждый взрослый отходит со своей командой на расстоянии друг от друга 2 метра. Выбирайте себе площадку, со своей командой отходите. Быстрее. Теперь задача. Малышей, упор лежа принять. Семен. Упор лежа. Упор лежа принять. Упор лежа. Чтобы взрослый на вас смотрел. Сейчас взрослый берет, ложит ладони под их грудь, и они должны сделать 25 максимально быстрых отжиманий. Если где-то третий, значит по чесноку сам, четко грудью до пола. 25 быстрых отжиманий. Вы командуете, они сами считают. Взрослый дает команду, начали, и они сами считают. Готовы? Считай только касание грудью. Ты можешь отжиматься грудью до пола. Только при касании грудью до пола, либо грудью до ладони. Быстрее, 25, быстрее отжиманий. Быстро, максимально. Дружище, делай тоже, сделай тоже. Конечно, грудью до пола. Быстрее, быстрее. Это быстрее должны быть отжимания, грудью до пола. Как только вы сделали, взрослый начинает отжиматься, вы считаете, проверяете его отжимание 25 раз. Стойте там же на своем месте, Семен, Макс. Стойте, сейчас Егор отжимается, а вы проверяете правильно. Кому-то звонят 4, 5, 6, да, 25 быстрых отжиманий, Юрец, быстро. 8, 9, Иван, вслух не надо 10, считать, не надо вслух считать. Ты просто смотри, не считай вслух, Вася. У меня 13 уже. Прям Егор, падай вниз. Оп, упал, да. Здоров, парни. 25 быстрых отжиманий. Быстрее. Следующее. А что вы там сидите? Следующее. 20 быстрых отжиманий. Шаг 5. Делаем лесенку. Шаг 5. Следующее. 20 быстрых отжиманий делайте. Приготовились. Быстрее. Упор лежа принять, малыши. Его руки ставят. Не считается, если вы не коснулись грудью пола, либо грудью руки. Не считается. Быстрее. 20 раз сейчас делайте отжимание. Быстро. 20 раз. Быстро. Без колен. Грудью руки коснуться. Вань, нет, у тебя не отжимания. Не толстовками, парни, не футболками, а грудью. Лег Ваня, прям туда на пол. Ваня, отожмись нормально. Ваня, грудью до пола прям упади, да. Быстрее. Егор, падай вниз прям смелее, падай. Парни, наблюдайте за выполнением. Семен, вы должны лучше, чем взрослые делать, слышите, малыши? А взрослые должны такой уровень показать, чтобы... Ты не был? Да, Серега там, да, Паша, молодец. А взрослые должны так четко все показать, что вам пример был. Потом 15 делайте. Егор, забудь про усталость, боль. Юрец, ты сделал? Юра, ты 20-ку сделал? Давай быстрее делай. Если парни сделают, быстрее делай. Да, сейчас я нормально.
наступившим Никита. Спасибо, Астаж. Следующий. Молодец, 15, поехали. Петли прям падаем, Макс, падаем грудью до пола. Семен, молодец, грудью до пола. Ну вот я. Вань, давай. 15, раз. Элемент отжимания, как мы делаем, важнейший элемент отжимания, получится отжиматься. Потом будет элемент подтягивания, банк да, видите, с грядущими тогда. Потом мы будем учиться элементу подтягивания, очень помогает в жизни действия. Отжать неприятности и подтянуть радость, правильно же? Понеслась, что Максим задумался? Проверяйте Егора, давайте, 15 раз. Иван, не залипай, тебе надо отжаться 15 раз, поехали, Иван. Сделал, молодец. Покладил, она снялась, и все. 15 раз еще 5 делать. Вань, Никит. Вот три занятия бесплатные, я ими буду. Руки пока стряхните, да. Советую вам прям стряхнуть, сейчас пригодятся. Быстрее доделаю. Да, руки пригодятся. Сейчас возьмите руки в саму. Вот это же январь написано? Или... Надо сделать январь, 10 да. раз по 10 секунд. Январь, 24 год. Да я просто не понял, что это 24. 24 год. Я сначала подумал, что 23 занятия. Какой 24 год? Сейчас по 10 секунд надо разорвать пальцы. Прям разорвать, пара, да? тянуть. Все, я вас запишу и это. Потом Роман, потом. Ну я разве так сказал, братан? И на 50 секунды вы прям разорвали. Потом еще 10 раз по 10. Семен, вот так. Вот так вот замочил пальцы. Поехали. 10 раз по 10 секунд. Быстрее. Рома, от своих старших, Рома, парни, от взрослых наставников не отходите. Взрослые должны наблюдать, что вы делаете. Вам ясно? Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Делаю 10 раз по 10 секунд. Осталось еще секунд 30 каждому. Быстрее, 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 парни. Быстрее рвите, рвите бедра пальцем. Считай. Раз, два, три, четыре. Бах, разорвал. Быстрее, парни. Быстрее, не отдыхай, меньше отдыха. Это фактически домашнее. Вот вы учитесь, там человек пишет, утомились. Возле парты сели пряменько спину, а бах, учитель не вырубите. Пальчик пожамкали, если как гимнастики занимаются. Ладно, хорошо, стоп, теперь быстрее все упор лежа принять на пальцах. Все прям, все на пальцах. Быстрее. Это вольно начинается разведение пальцев. Чтобы магнезию не тискали постоянно, руки не разрешались. Быстрее, упор лежа на пальцах. Старайтесь пальцы не прогибать вот так, а старайтесь прям пальцы вот так взять. Молчим, пожалуйста. Прям вот так поставим, как когти орла, там, тигра, не знаю, кого, медведя. Да.
прям поставить. Они будут выгибаться, потом потихоньку выпрямляются. Встали на пальцы. Сначала встаньте все. Быстрее. Спину прямо, упор лежа такой ровненький. Не надо отжиматься, Семен. Братан, не отжимайся. Надо просто на пальчик. Пожалуйста. Надо встать вот так. Если у вас, смотрите, кто-то делает хитро. На ладонь пальцы раздвигает. Сергей Геннадьевич, смотри, я стою на пальце. Но это как бы не то. Это растяжка хорошо. Вам всем видно. Вам надо пальчик прям поднять. Прям поднять. И встать. Подняли, встали. Встали. А теперь смотрите. Вы движением корпуса начинаете, нам повезло, мягкая поверхность. Да, вдавливаете, да. И еще их пытаетесь сжать между собой. Потом пригодится стойка на руках, когда вам надо будет, например, отыграть пальцами равновесие тела. Либо когда на последних усилиях выйдете мизинцем, там цепляете за перекладину, выкручиваете сколько там 1890 оборотов. Да, на мизинце. Единственный в мире, кто это сделает. Поехали, на пальцы встали. Стоим. Задача простоять так. Ну давайте, ладно, 44 секунды. Мало? Ну давай минуту, хорошо, понеслась. Никита Красавчик. Поехали, минута на пальцы. Хотя бы 44. Но минуту. Нет, надо минуту. Ну, хотя бы 30 секунд для малышей. Ладно, кому еще нет 10 лет, хотя бы 30 секунд. Семен, начни, пожалуйста, начни. Я не могу, я 5 секунд. Сделай 10 раз по 5 секунд. Вот так, сделай 60 раз по 1 секунде. Не получается, вы запомнили, делаете. А, раз. Надо укрепить, надо это перебороть. Самое. Вот смотрите, парни, для всех. Молодцы. Каждый хоть одна секунда, хоть 100 секунд. Это молодцы, это ваши личные результаты. Здесь просто есть интересная одна штука. Вот если мы рассмотрим тело как лично вам подаренной природой некую биологическую машину, вы можете с тела превратить, простите, там, Запорожец раздолбанный, либо какой-нибудь, не знаю, Ford Mustang, Bugatti, Ferrari, там, это я, кто любитель машин. Для современного поколения могу сказать, что тело, можно так выразиться, это ваш природный биоскафандр, который можно в тюрягу для души и ума превратить, мучиться такой кривой, косой, больной, там, слепой или прочее. Но это в моем случае. Я слепой, косой, кривой и всякое такое. А можно, наоборот, радоваться тому, что есть возможность жить. Но вот у вас есть офигенный шанс, парни, сейчас воспитать в себе, фактически получить оружие справедливости, ваше тело, каждого из вас, каждого. Его никто не заберет. Даже если, может быть, произойдет ситуация, куда-то кого-то там убирают в сторону, человек сидит в четырех стенах и думает, что делать. Можно погрязнуть в проблемах, а можно не ковырять себя пальцами грязными. Можно погрязнуть в проблемах, а можно развиваться и ждать время, когда человек найдет возможность, самое ценное в жизни людей, что? Свобода. Найдет возможность быть свободным. Поэтому вам, чтобы быть в жизни, в будущем свободными, вам надо сейчас понять, что такое трудно, что такое испытание, что такое пальцы болят. Вы каждый день пользуетесь вот этим механизмом. Знаете, чем отличает нас? Очень многим нас отличает от обезьян. Но одной из главных характеристик, которые там антропологи или разные биологи, зоологи, да, считают, почему эволюция произошла. Потому что люди научились что, в отличие от обезьяны, взять палку и делать целенаправленные действия с помощью пальцев, мелкую там какую-то работу, не просто в шее из шкур выковыривать, а что-то творить. Вы должны овладеть этим механизмом, своим телом. Отчасти то, что вы называете воркаут или там еще какое-то, да, действие, или что я называю гимнастикой, отчасти это воспитывает вас именно трудолюбивых мастеров, который управляет вот этим телом. А так как вы так или иначе играете в компьютерные игры, Experience, знаете, да, что такое? XP, XP.
Экспитал. Ну что, опыт, который потом опыт там выбили, что-нибудь, не знаю, контрук там какие-нибудь эти себе прикупили, стволы, там, не знаю, мечи и прочее. Вот этот опыт вы потом в будущем реализуете, вот сейчас полученное, если не будете бездельничать. И самый очень важный момент, время, которое вы тратите, либо на какие-то глупости, либо на неглупости. А теперь смотрите, отдохнули, да, поговорили. Вам сейчас надо всем запрыгнуть на перекладину, но повиснуть на пальцах. Только на пальцах. Ну, Иван, да, как бы. Так, если ты повиснешь, это очень трудно. Просто... На пальцах повисните, пожалуйста, все. По несколько человек на перекладинах разрешается. Не балаболим, не качаемся, не шатаемся, дышим глубоко. Вот турник есть, вы что, гоните, Юрец, вот, вы что, парни? Ну, впереди, Юра, впереди на тот, Юра, впереди на противоположный, Серый, да, Юра, где кольца висят, да, запрыгни на том, ну, хорош. Повисли, я жду, когда вы все повиснете. На, можно и здесь повиснуть, где резинка висит. На пальцах, парни, на пальцах повисли. Чем дольше все будут пробовать, чем дольше будут другие висеть. На пальцах, пожалуйста. Блин, вы гоните, что ли? Хорош. Хорош, ничего. На пальчиках зависли. Даже подсказки, смотрите, большим пальцем вытянитесь вот так, чтобы вообще не было желания ладонь закинуть. Повисли на пальцах, конечно. Но нам типа проще, да, мы шею на резинке повисли. Давай, повисли. На пальцах, молодец. Молодцы. Никита, где нас с Иваном ноги тогда в уголке вообще передать? Не болтаемся, болтаетесь будет тяжелее, поверьте, лучше остановиться. На пальцах. Спрыгнули. Парни, смотрите, сейчас задача. Закатать пальчики в кулаки, разжать. Прям туда закатали. Ну так или иначе у нас сегодня... А, ну вообще, 100% у нас сегодня все мужчины. Все определились, да, поэтому для мужчин. Вам это пригодится в жизни, умение сжимать руки. Закатали, подсказка, возьмите, прям закатайте руками, помогите, прям туда, вкатайте такое пальцы. Такое занятие, да? Прям же рубах такая, монолитка. Вкатайте здесь, со всей силы сжали. На вопрос, как тренировать пальцы, вот эспандер потерял там еще, вот ваш эспандер, вот вы руки сжали, разжали. Сильно сжали, разжали, сделали 10 раз, со всей силы, сжали, разжали. Давай, сжали, разжали. Сделали? Запрыгнули еще раз на пальцы. Уперлись большим пальчиком в перекладину, на пальчиках и 4 повисли. Терпим, на пальцах. Вы померились? На пальцах. Спрыгнули. Опять сделали 10 раз. Я сейчас каждому подойду. Делайте на своих местах. Я с каждым подойду. Ощутю силище, который, да, из вас. То есть даже руки сжимаете, должен пол завибрировать. Давай, сжали со всей силы. Разжали. Со всей силы сжали прямо. Вы вообще в курсе, парни, что вот это тоже укрепляет, разжать, тоже укрепляет. Давай, что ты там ловишь вот из стекла? Ну-ка, вылезь оттуда. Не вешайся. Вылезь оттуда. Егор, сжали, разжали. Серафим, давай. А теперь смотрите, парни, сделайте, пожалуйста, вот такое действие, щепочек такой. Другой рукой положите руку вот так. И попробуйте разжать. Вот рукой себя возьмите, разожмите. И вытаскивайте. Фактически, да, вот вы делаете щепок, вот я взял, разжимайте. Бег. Поняли, да, прикол? А что, папа? Тебе пальчики вот так надо разжать. Вот так, разожми, как делай щепок. Вот я взял, разжимай.
Нет, ты должен там раз, рот сожми. Пальцы разжимай, наоборот, пальцы, рот сожми, пальцы разжимай. Эй, молодец. То есть поняли, да? 10 раз. Вы своей рукой попробуйте, вот так возьмите и прям раскройте. Последний раз, готовы? Сейчас, смотрите. Сейчас еще раз зависаю на пальцах. Пожалуйста, на меня посмотрите. Парни, малыш, я особенно. Посмотрите на меня. Вот вам надо вот так повиснуть и вот так большими пальцами. Давайте, знаете, как сделали? Взрослые сейчас повернитесь к ним, посмотрите, чтобы они не обманывали. Посмотрите еще раз, ну, ребята, чтобы не было вопросов. Супер крутых, что делать? Я не понял. Сколько раз? Смотрите. Вот так пальчиками повисли, а большим пальцем под перекладину. Меня сейчас будет всем видно. Завис, взялся, поехали. А взрослые проверят, как вы висите. Потом взрослые повисли. Повисли, не качается, качаться будет труднее. На пальчиках. Все правильно, да, делают? Сейчас взрослые повисли, попробуем. Роман, давай, давай, давай. Сделали? Молодцы, сейчас. А ты что не делал? А что ты делаешь? Да, ну залезай сейчас, давай. Теперь смотрите, пока остальные доделают, последний ход именно для рук, для пальцев. Сейчас берете вот такой замок. И со всей силы начинаете сжимать, как будто там орех, да, вот ломаете, берете. Прям сжали со всей силы. Смотрите, обратите внимание. Да, они могут поменять цвет, дровоток, потому что пережимаются. И ты, Гаусик, тебя пережимаются. Смотрите, какая штука. Вам надо не только, парни, пальцами сжать, а еще вы берете и сжимаете ладонью, руками, со всей силы сжимаете. Со всей силы жмем. Сильнее, сильнее, сильнее. Сейчас отжиматься от нее будешь. Сейчас я не стал душить. Кто не подходил, не записывался на температуру к Сергею Сергеевичу, кто не отмечался? Есть такие? Нет. Кто? Быстрее бегом. Жали, 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 сильнее. Погоди, ты же не подходил. Может, конечно, там разные. Я нет. Как нет? Я только записывал, да. Подходил. Всякие звуки издавать. Ты раз температуру не мерил? Я мерил каждому. Но это надо, да, трубачам. Сделали? Сделали? Нет, я тебе мерил. Молодцы. Ты что, Серафим? Парни, ты же подходил, я тебе мерил. Вот так. Иди в свой. Быстрее. М? Вот так, быстрее. Я в свой. Сюда пойдем, потихоньку, быстрее. Сейчас последний стелим матрицу. Сейчас от того, как вы правильно все сделаете, быстрее. Быстрее, быстрее. Вот так, вот так, вот так. Вы прям выкручиваться. Ты смотри. Ха-ха-ха, Трушков будет. А вот это вот так сможешь? Деньги на спичку можно свое потом делать? Парни, смотрите, задача. Вы берете руки и делаете вот так. Одна рука у вас выгибается вот сюда, другая вот сюда. Да, и надо создать усилие потерпеть. То есть вот так, да, да. Да, только старайтесь пальчики поплотнее. Сделали раз. Да, 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 да. Молодцы. Теперь смотрите, берете две руки вот так. Вот такой замок. Вот, вот сюда так прикасаетесь. И локтями вниз. А как это? Вот это поднимаете. Не. Да. Да, вот так. Хорош. То есть вот так, не, надо руками здесь прикоснуться и локтями вниз. Вот видите, какая, да, вот может быть феноменальная гибкость. Блин, ну молодцы, у вас не было травм, красавчик. Ну что, тихо. Вот так, да. И локти вниз. Да, здесь вы касаетесь ручками, здесь вы касаетесь, а локти вниз. Да, локти вниз, локти вниз. Вот, да. Сделали? Теперь вот так ладошки вот так поделали. Давай, 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 давай. Выкрутили.